Фаскил. Воюем сегодня против флеш-рояль. Ой, рояль-флуш. Почему не флеш-рояль? Ну, флеш-рояль звучит, кстати, интереснее, чем рояль-флуш. Не знаю, что такое флуш. Рояль с чем-то там. Сегодня у нас будет веселая война с шутками. Я приготовил пару шуток. Но на самом деле я думал, тут будут сегодня ремисы. Потому что вроде такой альянс, который в топе. Но раз мы с вами встретились, значит, у вас, наверное, дела не очень интересные. Давайте первая шутка про Арамиса. Песенка. Немножко переделаю ее. Попал на деньги, в жизни бывает. Жизнь не игра, смотря кто играет. На Арамиса не ставлю, не удивляйся. Ты бы сам не поставил, признайся. Это как раз на тему нервов Арамисов. Что вот сейчас его нерфят. Вроде как он перестанет быть имбой. Поехали сюда. Затестим. Ну как затестим? Затестим Финли. Тут же у нас все бафы будут. Попробуем. Если у нас получится, то должно зайти хорошо. Так. Двадцать девятый, 17-й. 9-й, так. Ну все. У нас 4 героя с бафом. Мы находим 7 камней. Правда, нет у меня второго, третьего быстрого 7-камневого героя. Там по троим хотя бы. Там даже 9 идут. Поэтому будем пробовать так. Поехали. Играем на бафах. На меня прям все ходят. Чуть ли не одни знаменитости ру комьюнити. Снизу камушек подвинем синий, вот он моргает у нас. У нас поднимется фиолетовый наверх. Так, фиолетовый наверх поднимется. И я, наверное, соберу потом кристалл фиолетовый, наверное. Давайте попробуем. Так, это у нас собрали мы нормально. Еще 4 хода, но блин, фиолетовый. Либо сейчас ультануть. Фиолетовый сколько соберу? Раз, два, три, четыре, пять. И будет 6, 7, 8, 9. Здесь раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 камней у меня. 11. 11 как раз хватит и на сета у меня. Раз, два. Нет, на сета или не хватит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Нас это... Так, а что потом делать будем? А если мы сейчас двинем, у нас будет тройка. Соберется, да? Но мы, наверное, хаторно будем убивать по центру. Тройка соберется слева, фиолетовая. И у нас там... Так, тройка соберется, что у нас будет? Это два поднимутся, разобьются. А если мы соберем, у нас будет кристалл. Этот наверх синий уедет. Так, думаем. Горизонтально фиолетовые слева. Эти все поднимется сюда. И все, короче, разъедется. Ну да, либо фиолетовый собирать. И ловить ульту Хаторна. Ну тут надо, верно, надо было брать тогда. Но я. Ладно, хорошо. Не взял я Сабину. Решил
Так сыграть. Ну ладно, соберем синий. Ах, черт, как залетело-то. А все, финиш-то теперь мы не пробьем. Все у нас назад отлетит. Так, а мы 700, наверное, пинги не пробьем, пад. Не пробьем, потому что да, у него брони много. Так, тогда ну, Финли все равно ударим для урона. А, он, прикиньте, еще единичку затанчил. Ну, прям красава, красава. Так, вот это вот вправо дам. Один, два. Да, его дам вправо. А у нас не хватит, наверное, на сета. Или у нас... Блин, сколько там фильтов улетело? Ну, по факту, нам тройки хватит для Хаторна с Нольфом. А для сета... 4 бы не хотелось бы, но на чем сейчас насчет разряжаться. Тут урон залетит с 3 камней. Блин, ну такое себе. Охота еще урон закинуть. И охота троечку прокинуть. Ладно, давайте рисковать не будем. Урон так и так залетел. Так, ну все, давайте теперь лупить. Врубаем. Свое теперь. Поотражали друг на друга. Тоже поотражали. Хорошо. У нас будет 5 ударов. Зеленых мало. Этого мы не вынесем. Здесь мы с камней добьем. В Хаторна отдавать. Отдам сюда, наверное. Давайте. Ну, Хаторн, сволочь, какой жирный. Так, камни бафнем. Или не будем бафать пока. 165. Блин, эту даму мы не убили. Сейчас нам раздадут, да? Она же порежет сейчас на ману. На 20% сократит. Это мы получим 2 ульты. А, мы отразим все. И у нас там пройдет баф. И срез. Так, думаем, что делать будем. Ну, Хаторна надо убивать, иначе он снова даст нам. Мы его не убьем с камня синего. Ладно, взрываем. О, все, синенький нашел.
800 Финли прилетело. Держитесь. Живы? Блин. 1400, 1000. Увидели? По 1000, по 1100. Так. Я сидел на помойке, ел пирожок, и капали слезы на застывший кусок. Я весь простыл, и я весь продрог, и простыл давно, но меня утешало лишь одно, что богатые тоже плачут, что богатые тоже плачут, что богатые тоже плачут. Это вот боли, страдания в топе. Охренеть. Да, по штукарю я вообще в душе не чаю. По штукарю 100. Ну я бы, если был бы тут какой-нибудь фрик или там другой, я бы выжил бы и еще бы попадался бы. А вот это вот, да. Папа, ты записываешь? Да, записываю. Пока Папа, я тут крутил иди сюда. Зеленых, насобралось нормально так. Мама, иди сюда. Поехали добивать. Давайте на биф его возьмем. Потихоньку докачивается. Возьмем мы, короче. Возьмем мы. Блокираторов. И хила возьмем. Так, не слишком слабо. Два блокиратора в разном цвете. Пробуем. Ну, немножко мне тут не хватило везения. Четыре такие героя были фуловые. И среза не было брони от этого чудика синего. Так, сразу, наверное, шотнем, да, кого будем вынести, или правый фланг. Наверное, лучше правый фланг. Сразу бахнем. Эх, не дала игра мне поиграть весело. Плохо, плохо. Так все шло хорошо. Но по 1100 я, конечно, не ожидал. Не ожидал. Тут вообще страшно заходить неразлимиченными героями. Так, у нас застой по камушкам. Так, он у него. А, у него сопротивление. Вон оно что. Ну ладно, ладно. Понял. Где дети? Он на улицу-то он пошел. Дети на улицу. Понял. Пошел. Так, давайте тогда теперь этого блокировать. Ну, я ожидал, что обороны сильнее будут. Оказалось, не так-то и страшно. Мы сейчас, конечно, взяли одну из сильно разлимиченных. Ну, где-то с моим донатом надо искать третьего быстрого героя. 7 камней нашел и как раздал за 7 камней по всему разлиму Финли. Финли, Пинги,
И, ну, пинги тут больше миньонов. Ну, хотя, если был бы у меня тот ГМ стрёмный, синий, который миньонов рождает, блин, я забываю, как он вечно зовут его, то было бы нормально. Финли срезал, дал миньонов синих и сверху раздал. Так, что у нас тут еще осталось? Можно сходить на Арамиса. На Арамиса мы пойдем. На Арамиса. На этого пойдем. Пойдем на этого Арамиса. Да, на него пойдем. Так, медведицы отряд побыстрей. Потому что иногда она успевает даже зарядиться на второй раз. У нас средний получается только Купидон, остальные все равноускоренные. Поехали. Так, по отрядам сюда 23-й. Все, пробуем. Блин, оборона, конечно, у меня не радует меня. В следующий раз другую поставлю. Так, либо 6, либо 7 камней надо мне собрать. Фиолетовый подниму. А нет, можно справа фиолетовый собрать. Поднимется, да? Потом можно поднять вот эту вот. Справа подниму. А, справа, ну, вот сюда вот уедет, да? Ничего не заберу здесь. Можно крутануть вообще. Желтый вертикально для проброса, фиолетовый справа вверх подъедет сюда, он тоже ничего не даст. А вот еще ход есть снизу, синий, синий, да. Давайте, наверное, с синих начнем, попробуем. Так, хотя я помню, Пейн говорил, что лучше сверху начинать поле крутить. Больше шансов, что снизу что-то еще дособерется. Так, дальше как? Ну, напрашивается комбо. А дальше я не знаю, что мы собирать будем. Угу, 4. Это хорошо, и мы добьем. Ну, все-таки вымучили мы. Вымучили свои камушки. Наверное, будем ее убивать. Она у нас быстрая. Нет, она у нас даст миньонов. Она у нас даст миньонов, а мы один ход у нас, блин, да? Давайте думать. Миньонов даст, даст срез. Токси не заряжена у нас. А от Купидона мы сможем защититься? Нам для... Надо будет 11 камней. Это вот где-то 5. 11 камней. 6 камней надо будет, да, в пустоту прокинуть. Для медведицы. Это проблематично. Ну, 4 вот я вижу. 4, потом образуется 5, 6. Не, давайте все-таки будем ее выносить.
все получается дадим, чтобы нам вот так вот пробросить, чтобы филе желтый набрать. 4. А, не 5-6. Ну хорошо, не 5-6. Тогда запустим мы Токси для ускорения маны. Сейчас она ультанет, да? Ну, нет, мне кажется, один камушек ее не активирует. Хорошо. Так, камушек не активировал, мы активируем. Активируем. Посмотрим, сколько сейчас. А, там может пробить она у нас. Она у нас может пробить нас. Но мы ее сейчас не добьем. Так, а Джун сможет 950 пробить? Мы, наверное, рисковать не будем. Мы дадим заранее предупреждающий, как это называется, удар. Блин, не посмотрела, сколько Мишка затанчила. Так, ну у нас тут все хорошо. Три хода. Надо нам добрать желтых еще бы. Хорошо, давайте, возможно, активируем Купидона. И захилимся. Захилимся. Ну да, не пожадничал в Новый год. А куда? Ай, так, куда делось у нас? Или я почистил? Так, на давайте пойдем, наверное, на X3 пойдем. Угу. У нас тут никто не монах. 400 по 600. Еще так. Все, Рамиса взяли. Взяли полегче. Потому что всякие горелки, свистелки, переделки. А еще я хотел в начале приветствия. Ну, я думал, что будут одни Рамисы, реально думал. И я хотел сказать, как великий мистер Пейн говорил. Началось, блядь! Что-то не началось. Блин, обидно вот тут вот. Камушек не зашел. Точнее, зашел, все зашло, но Рос поразила меня. Поехали дальше. Еще одного Рамиса попробуем. Рамиса, да? Щиты, все дела, отражение. Тут отражение. Пойдем сюда. Пойдем мы сюда. У нас тут только пробивает Арамис и Квинель. А щиты на сколько у него ходов? На 3 хода. Хорошо, я согласен с этим. Ну, как будем играть? Михаил 4 хода отражает, а у Рамиса 3 хода щиты висят. Мы все это говно будем отражать. Кулерва можно будет зарядить даже, чтобы он себя там заблочил. Набираем свои 7-9 камней. Это тоже отразит себя, заблочит. Ману себе стопорнет. Кинель может пробить, и этот может чел пробить. Но, скорее всего, если ультанет, то он до зарядки нашей ультанет. Мы собираем, пережидаем.
Урал мы, в принципе, такое сможем пережить. И потом ответочкой наносим. Все, поехали. Угу, у нас тут 7 камней вижу прям со старта. Ну, собираем, да? Что собирать? Ханитру соберем. 7 камней со старта. А там посмотрим, что у нас дальше соберется. Так, вылетело многовато. И на Михаила нам не хватило. Ах ты черт, мне бы сейчас, я бы хотел тут подвинуть. Я подвину, он останется сверху. И у меня поднимется зеленый. Но я хотел поднять бы снизу зеленый. Тогда мне верхний надо вправо двигать. И у меня зеленый уедет. Тоже плохо. Но у меня зеленого нет со старта, надо будет защищаться. Наверное, я буду так играть, чтобы взорвать желтый. Мы зарядим Михаила и затанчим весь урон. Какие еще варианты есть? Ну, там прокрутка по центру будем потом крутить, пробовать. Да, давайте пока ничего не включаем. А сейчас я, наверное, Ханитру дам, потому что, возможно, наш мушкетер наш зарядится. Да, хотел сказать Гасконец, но Гасконец же Д'Артаньян. Почему Д'Артаньян не главный герой этих мушкетеров, а Арамис? Во всех книжках он был главным. А тут решили, что Арамис главный. Ну хорошо. Уклонение. Один раз уклонились и 800 получили в табло. Да, нормально так получили мы. 1500. Ну, достойно 1500. У моей собаки 1500 так-то. Да. Так, что будем, как крутить будем дальше? Ну, поля нету, надо крутить его. Надо крутить, пока, наверное, мишку не врубаем. Вроде так, если мы начнем крутить, сильно полетит. Ну, черт его знает. У меня синие соберутся, красные соберутся. Все, Варамиса полетит. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Ладно, не буду жадничать, включу. Мало ли сейчас, как она вылетает. Так, надо этого чувака без рубахи зарядить. И у нас мы взорвали один зеленый был. Это я помню. Надо, короче, сейчас всех заряжать, чтобы они все ультовали. Три хода у меня. Три хода. Так, у меня красный можно вертикально, зеленый вправо, потом зеленый вертикально, желтый вверх поднимутся, мы тут троечку соберем. Сколько у меня зеленых соберется? Только троечка соберется. А если мы сейчас троечку соберем, красные наверх идут. Дальше мы чувака без рубахи соберем, наверное, да? Если так соберу, то у меня поднимется наверх. Давайте так вот будем. А, ну хорошо, даже само собралось. И мы нашли, да? Нашли почти. Это хорошо.
А, она уклонилась, получается, точнее, на ней висел этот защитки, и она себе не застопила ничего. Не застопила. Арамис, брат, два хода у тебя, два хода. Или, может быть, прям сейчас будем снимать. Они же не снимаемые, да? Блин, они не снимаемые. У нас один ход. Один ход, давайте тогда чувака без рубахи зарядим. Пробивать не будем. А, чувак снова себя не забочь, потому что у него гребаный щит висит этот. Хорошо. Так, еще один ход чилим. И собаку бы нам надо заряжать. Все. А, у нас Квинель не на овербафе, но чуть-чуть, 1800. Сколько хп мы пробьем? Этого гад может увернуться. Это мало. Тут 2300. Так, давайте думать, кого выносить будем. А, он может уклониться, чувак без рубахи. Но Квинель оставлять опасно, потому что она там... Это... Как его? Она уже ускорилась. Этот бы хрен еще не спасал бы никого своими щитами. Так, Винель мы убили. Чувака без рубахи бы надо бы зарядить заново, да? Что у нас по полю? По полю какой-то шлак у нас. Так, мы пока подразделением заряжаем чувака без рубахи. Как будем крутить? Наверное, вот так вот будем крутить. Сейчас мы все тут застопим, перестопим. Наберем заново хила. Зелененький. Так, дадим на тр... пусть уклонения будут у нас. И еще раз. За 100, пусть она себя стопит. Давайте бахаем. Блин, хорошо, желтых много. Ну, в принципе, у меня удачно сложилось. Я смог. Давайте попробуем его. В принципе, я смог своей стратегией пережить даже две ульты Арамиса. Две ульты, да? Два раза же ультанул. Да, два раза ультанул. Первый раз я принял в лицо, а второй раз уже под щитами. Эх, жалко, вот первый не зашел. Ну, если бы и не рос, и богатые тоже плачут, я бы там бы выиграл. А так получилось. Фиговенько. Все, мы сделали. Мы двоих, представляете, двоих арамисов сделали. Вообще капец. И хаторно. Чуть-чуть. Чуть-чуть не получилось. У нас осталось, давайте на ниндзяках отыграем. На ниндзяках нам, наверное, мы пойдем вот сюда. Давайте сразу возьмем. Ниндзяки. Будем контролировать и выконтролировать. Так, это вот так вот. У нас тут какие-то будут бафы, щиты, я не знаю. Давайте посмотрим. Здесь у нас снижение урона, да, Уля говорит? Давай, достану тебе. Ой. Ага, держи. И этого мышонка. А еще я хочу. Мышонок где? Вот он. А кого еще? Слоненка, петушка. Всех, короче, да? Да. Всех давай достанем. Все, беги. Свет оставить, выключить? Выключить.
включи. Я потом кину. Так. Эники-беники ели вареники. Пробивать тут, в принципе, некого, никто не защищается. Тогда оставляем так. Синими пойдем. Тор наберем, да, для ударки. Да, давайте, поехали. Ту-ту-ту-ру-ту. Блин. Не угадали, да, фиолетовый дали? Не угадали, фиолетовый дали. Зеленый сверху подтяну, что даст нам? Что даст нам? Красненький надо собирать, да? Ну, красненький справа вот тут вот. Жалко, вот здесь нигде нельзя покрутить. Я покрутил, может, какой-нибудь там. А может, вот здесь подтянуть два... станут наверх, но я не заряжать такое себе, черт. Да, 1500 у Рамиса, это жестко. Фиолетовый горизонтально соберется, два вверх подтянется, тут будет морда, это будет, грубо говоря, ничего, да, плохо. Синенький, может быть, вот это вниз опустить, мы синенький поднимем. Да, а потом синенький мы соберем, да, вот нормально. Так, у нас 4. И комбятина. Вот это, конечно, прям лишнее было, лишнее. Блин, ну зачем так? А так хорошо начинали. Так, мы застопили ее. И хорошо, что она не застопила нас. Но получили мы прилично на x2, да, так понимаю? На x2 мы получили. Так, взорву желтый раз, улетит Венни. Вчера улетит раз, два, три, четыре. О, 5 камней улетит, там она похоронит нас. Блин, как все неудачно. Вот было нормально, пока комба не полетела. Я собрал 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 камня надо где-то для чера. Так, надо песенки попеть. Где-то за лесом и за холмом, дом, милый дом. Так, морду взорву. Мы до него долетим, доплывем. Или пешком. Хорошо, он... Та-та-та-та-та, и допоем, дом, ты и я. Эх, ну почему ж так? Наш милый дом, наша семья. Красный снизу, фиолетовый сверху, фиолетовый сверху соберу. Потянется, все, и нашел. Надо было просто попеть песенки. Блин, ну не надо комбятины снова, прошу тебя, не надо, прошу комбятины. Прошу без комбятин. Также можно снизу. Я хотел сверху фиолетовый подвинуть на красную морду. А можно, в принципе, вот так вот. Да, у нас не заряется на заново. Нет, 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 нет. Живите, живите, пожалуйста. Живите. Нет. Убили. Черт. Ох, я же собирался вот пробивать этих чуваков, которые средств не дают. А, мы сейчас и баф не повешаем. Блин, ребят, ну... Сука, донатеры. Этот козел мне, да? Козлятина на X2 ультанула, блядь. Ну, все, чер бесполезен, сколько там ходов. Буду потом добью брать. Сейчас за собой добью и все.
два хода. Я эту сейчас мадам не приходую, да? Два хода, то есть мне надо сейчас ход подождать. Жалко, я бы сейчас быстро взорвал бы здесь желтый. И чё? И ничего, да? Надо добивать ее. Блин, вот не зашло. А, и Ники ультует уже. Все, капец. Ну это меня, мадам, если она сейчас не убьет одного. Все, взрываем. Взрываем. Да, поле у нас шляпное. Все камни выведем. Ах, давайте, живите, живите их. Одного убей. Одного. Ой, там всех поубивали. Собака! Ля-ля фам, эти ноты. А, у меня вообще один тапок остался. Раз, два. Три, четыре, пять. Да, этот шестой. Та-та-та-та, может быть, ты придешь. Ля-ля фа, как печально, ля-ля фа, на прощание. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Фиолеты возьмем. У нас будут там бить. Мы будем отражать. Я возьму. Прям возьму контру. Почему бы нет? Возьму сюда Кирилла. Я даже Риэль возьму. Я даже возьму Рейну. Вот так вот. И вот так вот. Ля-ля фа. Поехали. Блин. Вот эта комбо первая, конечно, все запорола. Но, конечно, двух рамисов я ушатал. Стоит ли это равнозначно тому моему незаходу? Ну, первый тапок Рос убил меня, честно. 1100 и тот еще хрен по 500 зарядил. Так бы я бы выжил бы. Если бы там была бы не Рос, а вот эта другая, которая типа безумие кидает на одного, как там ее зовут, я не знаю. И это еще ладно бы, одного бы она заблочила, я бы тремя бы героями там разрулил, у меня там сет были бы, миньоны, я бы выживал там, три хила, один ударник, тем более ударник вместе с сетом был бы, пинги, я бы там выжил, разобрался бы. А второй, третий тапок я затащил, ну, разбив добил, и тут тупо поле не зашло. Ну, команду подобрал я нормально. В принципе, этим гадам броню не режешь, взял просто тупо ударников. Надо было, наверное, рубин ману подточить. Кто знал, что полетит много камня? Он вообще там не хотел ультовать на x1. А по итогу ультанул аж на x2 и мне чера еще заблочил в оконцове. Эх, немножко не получилось. Давайте сюда, то сейчас мы перетравим, она еще ненароком умрет раньше времени. Да, добив максимально легкий оказался. Посмотрим, что по тапочкам у нас. 26 у них тапочков, это примерно они 1000 пусть наберут еще с разбивами, да? Примерно 1000, 5, 6, 6, ну на 7000 они идут. 6, 800, 7. А у нас 37 тапочков, это мы, пусть то мы 150, 1500 наберем. 1500, это у нас будет 5,
6500. Но мы проигрываем. 6, даже если мы 3, да, мы по-любому сделаем, например, 30 тапочков, полторы. Это 6500. А у них... Ну да, да, да. Чуть-чуть впереди они. Если они обо всех разобьются, то еще есть шанс. Все, тогда будем ждать прямого включения с конца войны. Вот, кстати, их обороны. И кто будет смотреть, запоминать, кто будет воевать с ними. Вот туда же, смотрите, поставили Китти на центр. Увеличивает здоровье, отражает. Ну, это типа Хаторна. Я бы хотел сказать на минималках, но не скажу. 900 на 1900. Прям статы, да. Леонидас, Грейс. А Грейс засунули вправо зачем? Надо было влево ее засовывать. Она там все-таки как Риману, ой, Ману, оборону подрежет. Режет, короче, подрезает. Так, тут вот Альфа-Лось есть. Блин, а Тирель, где я его видел раньше? В каком он альянсе играл? Он в каком-то альянсе играл, крупном, по-моему. Не помню. Верес, я так помню, да, из КМЧ? Состава. Вообще, один фиолет. Мона, бери желтые. Реально, ну Хаторн средний. Да, Уля? Сейчас, подожди, еще чуть-чуть. Мне нужно достать сердечко. Сейчас я иду по оборонам пройдусь и к тебе приду. Так, у нас тут... Вот честно, Гор не будет стоять. У меня вот Гор стоит на плече. И вообще... Нет, не... Джун, да, а Гор нет. Гора надо сдвигать, ставить сюда. Вот я в следующий раз поставлю сюда Рубин. Она круче стоит намного. Ну или там бронерезы, ой, монорезы какой-нибудь, там Алась какой-нибудь. О, еще Китти есть, Агима, Джеймс Тетхан, да? В общем, такие вот обороны. Давай, они тяжелые. Не, нормально. Шланги Китти есть. Ну, Китти, кстати, интересный вариант. Папа. Так, ну все, давайте до вечера. Ну вот, война закончилась, мы проиграли немного, 300 очков проиграли, у них не отбили 2 тапка, у нас 6 тапков, потому что был залетный, открытый альянс был, и ну так как-то профукали, не знаю как получилось так вот. Кстати, на нем были разбивы, прям разбива 2 я нашел. Может быть даже 3, но 2 разбива это очень мощно при такой команде, где все медленные, тут 3 медленных героя и при Фрей простой, и люди разбились. Короче, да, вот так вот мы поиграли флеш-роялем. Ну и все, до следующей войны, война была интересная. Взяли мы 2 арамисов. Да, да, тут все перемешку 2 арамисов взяли, что неплохо уже. Руку набили потихоньку, будем дальше тестировать. Возможно, я посмотрел тут тапочек, арамис Людвиг, можно контро играть. Наверное, буду Бену пробовать против контры играть. В принципе, нормальный рабочий тапок. Уже 3 тапочка набралось на арамисов. О, с каждым месяцем немножко скилл растет, понимание и какие-то команды появляются. Еще хотел сказать такое, что в последнее время наблюдаю неполные альянсы, что вот Рояль Флаш, что Джоси Он неполные 25-26 воюют. И мои информаторы говорят, что в топе люди особо не хотят играть. Да, у нас постоянно какие-то происходят психи, я скажу так. Так что, ребят, кому надоело прям вот
Или пред там выгоняет за то, что ты не донатишь, или пред просто у вас там неадекват, приходите к нам. У нас все в этом плане нормально, ровно, четко, пред адекватный, остальные люди тоже адекватные. Ну, конечно, психи случаются, когда ты разбиваешься в ноль на каком-нибудь жестком, на какой-то жесткой обороне. А так, топ-100 ивентовый, можем и миф топ-100 зайти без проблем. Титаны улетают, даже можете не попасть на него. Приходите, у нас все ровно, гладко, чисто, без нервяков. Поможем, подскажем, приглашаю.